Старшыня Гомельскага абласнога аддзялення беларускага фонду міру Тимафей Глушаков удастоены высокай дзяржаўнай узнагароды ордэна Францыска Скарыны. Ён прысуджаецца за ўклад у развіццё беларускай культуры, гуманітарную і дабрачынную дзейнасць. Рэгіянальнае аддзяленне грамадскай арганізацыі Тимафей Глушаков узначальвае больш як 20 гадоў, і яно па праве лічыцца адным з лепшых у рэспубліцы. Дзейнасць фонду міру накіравана на аказанне дапамогі ветэранам вялікай айчыннай вайны. Патриотичное и духовное выхование молоди, подтримка установ аховы здоровья, адукации и культуры. И он сам с поколения детей войны, ведая про то, какие страшные наступства тягнут за собой разъединение и ненависть. Усе проекты фонду несут идеи гуманизму, милосердности и сябровства. Те, кто сустракался с Тимофеем Глушаковым, ведают, яких это неостопный працаўнік, неабыякавы до людей. Так получилось, что практически я жизнь практически работал все время с людьми. После института где-то 6 лет работал я у хозяйств, вот и секретарем парткома, а так все время с людьми. И это мне, конечно, придает энергии, и я максимально стараюсь именно в силу своих возможностей, не то что 20 лет тому назад, но я стараюсь обязательно работать, встречаться с людьми, воодушевлять их. Есть такое вот выражение бывшего активиста, и дважды героя социалистического труда Бедуля, это из Брестской области, он говорил так: если я прожил день и ничего доброго не сделал для людей общества, значит, я этот день прожил зря. Так вот, мы организовываем работу так, чтобы мы не зря считались общественной организацией.